Филиппа нет. Филипп убегает. Вот. Доброе утро, всем привет. Привет. Мы решили переставить эту качелю сюда. Теперь она здесь будет стоять. А то сейчас начнутся дожди, потом снег, чтобы ее не засыпало, не заливало. Она будет у нас под крышей стоять. О, Филька вышел! Он вышел! Нет, 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 нет! Поймала я тебя. Маленький хулиган, а? Решил убежать. Домой, быстро! Видишь, какой? Все. Нечего. Даже не заметил, как он открыл. Моня, ты почему за ним не следишь? Сегодня погодка хорошая. Папа наш поехал в магазин. За молочком, за йогуртом. А тебе Филька вышел. Ты что, решил со мной поиграть в догонялки, что ли, Филь? Ну все, ты... Я тебя сейчас в комнате закрою. Иди. Ух ты, это что такое? Кипфали? Кипфали. Йогурт. Хлебушек. Мама. Молочко. Еще йогурт. Это для школы? На завтра. Завтра школа, Маргоша. Поздравляю. Ты до сих пор в пижаме бегаешь? Нам нужно купить новый чайник. У нас чайник поломался, не открывается. Мы наливаем через вот эту дырочку. Вот так вот через носик наливаем водичку. По-другому никак не открывается. Чай себе наливай, я вот заварила, холодную воду добавляю. Дети будут хлопья. Опа! А у меня тут белье постиралось. Пока солнышко. Тепло, буду сушить на улице. А, вон он сидит. Смотрит. Закрываем. Че сидим? Загораем? Вот так опусти. Все? Нет? Белье повешу, пойдем Боньку купать. Она вся липкая, вся в шерсть у нее склеена. Я не знаю, где она лазила, что она делала. Кулончик надела. Ты его так давно не носила? В школе хоть что-то делаете? Не, я лучше буду дома, чем в школе. Хорошо на солнышке, да, греться? Почему ему нельзя гулять? Потому что мы ему прививку одну не сделали. Нужно его отвезти. Ну, надо отвезти в ветеринарную, сделать одну прививку. Поэтому я боюсь его отпускать куда-то там за пределы нашего двора. Вдруг что-нибудь подцепит. Я даже не знаю, от чего там прививка должна быть. В общем, какую-то надо сделать. Ему уже год уже исполнился. Вот в год надо было прививку сделать. А, мы не сделали. И вообще его собирались кастрировать. Скорее всего, кастрируем. И Боньку мы тоже, мы же Боньке тоже не делаем. Я вот не знаю, он у нас по ночам, но даже не только по ночам, знаете, так вот как-то кричит странно очень. Может быть, уже у него это загулял, я не знаю. Хотя обычно они когда гуляют? Весной. Сейчас осень. Сколько раз в год они гуляют? Два раза, наверное. В общем, как-то странно, он у нас покрикивает, пока вроде бы не метит нигде. Он кушать хочет. Конечно, воняет в туалете. Не, ну в туалете, когда он в туалет ходит, конечно, запах есть, а так в квартире особо нет, где-то там в комнатах нет запаха. Ну, кошку он чужих кошек не чувствует, поэтому не метит. Обычно он метит, когда чувствует друг чужих кошек, если ходит есть где-то. Там. На улице он может пометить, если почувствует, что тут была чужая кошка, он пометит. Там была кошка. Да, тут у нас на диванчике чужая кошка приходит, если он Филю. Там понюхает. Нет, Филю! Нет, нет.
Нет. Желтоглазый. Желтые глаза. Все, развесила белье. Пойдем сейчас Бонни купать. А как Марита пойдет гулять? Послезавтра есть у нее в 3 до 5. Значит, после 5 пойдет гулять. А куда она хотела пойти, в кебаб? У Маргоши во вторник день рождения. Кто еще не знает? И у папы когда? И у нашего папы в пятницу. 21 октября. Маргарита 18 октября. И папа наш 21 октября. А отмечать мы будем, получается, 22-го. Это будет суббота. Так как среди недели смысла нет. Папа у нас вообще работает. В субботу придут родственники. Бабушка с дедушкой, там тетя, мотя. Вот. И все. Сделаем ужин, тортики. Можно бургеры. Комплето. Или кебаб флайш. В общем, не знаю, что мы будем готовить. Тортики, скорее всего, я сделаю 2 тортика. Один, как всегда, медовик. И второй, не знаю, какой хочешь. Шоколадный. Наполеон? Может, Наполеон сделать? Браунис. Браунис, это не торт, это кекс какой-то. Это маленький. Пирог. Ксюша хочет шоколадный торт. И осторожно. Вкусные. Ты не любишь Наполеон? Ой, ты не любишь этот медовик? Он очень сладкий. Но я не сделаю такой сладкий. Просто сахар меньше, да и все. Медовик это точно, а второй не знаю какой. А завтра у нас понедельник, завтра первый день школы. Филиппов! Куда ты побежал? Я тебя не пущу. Пупсик. Я тебя не пущу. Ксюш, лови быстрее его. Пупсик, идем домой. Лови быстрее. Пупсик, пупсик. Уноси его. Пупсик, идем. Мама, иди купать руку. Начинается опять школа. Отдохнули, каникулы закончились. Опять рано вставать. И следующие каникулы у нас только зимой. Закрыла? Угу. Тебе понравился батончик? Угу. С кокосом. Спасибо. Еще тут эти мюсли и кокос. Кокосовая стружка. На чем ты резинки напялила? Это как резинка. Натурным и верхним надо завязывать. На волосы? Угу. А ты у нас год кого родилась? Что я год кого? В год какого животного? Не ты лошадь? Нет, ты тигр. Что за лошадь? Я тут недавно смотрела, какой у нас год следующий. Следующий год, оказывается, год кролика. Какого там, я не знаю, но, в общем, год кролика. И вспоминала, кто у нас в год кого родился. Получается, у нас... Ты дракон? Не змея. Ксюша и бабушка... Они у нас тигры. Год тигра. Я вспомнила. Я в год дракона. Кстати, год дракона 2024. Через год. Через следующий год будет мой год. Год какого-то там деревянного... А мой когда? Деревянный какой-то там дракон, в общем. Твой, у тебя уже, по-моему, год тигра уже был. Каждые 10 лет повторяется. Вот. И папа у нас год лошади. Макс у нас тоже год лошади. Маргоша крыса. Год крысы. Каролина у нас год змеи. Год кролика. Никого у нас нет из кроликов. И потом после кролика иду я. Год дракона. Мой год будет удачный. 2024. Я по знаку зодиака лев. Мяу. И мой год дракон. Ладно, пошли купать. Ну, я не знаю, где она. Ты не знаешь, где Бонни? Ну, где-то спит, скорее всего. Она чувствует, наверное, что мы ее будем купать. А Филиппа я боюсь купать. Не надо, надо. Очень опасный хищник. Бонни, пойдем купаться. Бонни. Там на улице так хорошо, прям уходить не хочется. Надо бабушку заставить, чтобы она вышла, посидела там на улице. Смотри, мам, это я, это Каролина, это папа. А ну, где это какая, Макси? А как так вы делаете? А, просто называете цифру, да? На какую попадете и называете? 900. Окей. А, они цифры Каролина. Учат. 4, 1, 2, 3, 4. Ой, 25 минус 10. О, Карло. Ой, ты мой золотой, тут стоит. Стоит моя Бонька, ждет. Мыться надо, мыться. Что-то ходит, как свинюшка. Склеилась, где-то она что-то ела. Что ты ела? Косточку. Косточку ела? А что так ешь неаккуратно? Мама. Ну, она стоит вообще, не шелохнет куда-то.
Чуби, готова. Идем к папе. На выход. Хорошенько ее нужно промокнуть полотенцем. Хорошенечко. Бежи. Только пока не отпускай ее. Мирала! Да. Искупали нашу девочку. Можно пойдем и пить? Ой-ой-ой, Катяня, Калюсерон, я вам Катю Калюсерон. Он сидит, качается. Качается, сидит. Бонни, ты что делаешь? Бонечка, подожди. Ей холодно будет. Нет. На улице. Она купаться любит? Ну, она спокойно купается. В бассейне ей нравится. Да, еще не ну, туда ее на солнышко надо. Давай, вытирайся, вытирайся. Давай вот так. Вот так, вытирайся, давай. Все? Да, она быстро высохнет. А бабушку давай еще давай, немножко. Давай, давай. Вот, смотри. Ее чесать надо. Потом трясти полотенце ну, надо. Вот так, вот так, вот так. Радуйся, старайся, что-то. Старайся. Ага, старайся, давай, давай. Еще чуть-чуть. Вот так. Мишка. Давай. Еще. Устала? Устала? Ну, давай еще. Все, теперь сейчас будет. Теперь побегать надо. Посмотри, как бегает. Не убежит? Нет. Давай, 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 давай. Сейчас кашлять будет. Вот так. Молодец. Она всегда, когда бегает, так быстро потом кашляет. Подавилась воздухом, что ли? Все, все, сейчас кашлять будет опять. Я думала, вообще расти ничего не будет. Мы же пропололи, тут все выдернули. У нас все сгнило. Растет. Он не поломанный? Папа сделал? Не, мы сделали с Маргаритой. Она теперь на диване вытирается. Шустрая. Все, домой побежала. Посмотри, как заляпали вот это, что такое, а? Ужас просто. Я только увидела. Стекло какое грязное. Ага. Я его только заметила. Думаю, почему оно у нас матовое? Это как вот нужно это вот... Зачем вот это вот так делать? Я знаю, они так дверь открывают. Они не за вот эту вот ручку, а они вот так открывают. Ужас. Надо помыть. Ты что, мама делает? Видишь, что она делает? Что только не придумал. Ты у нас начало посуду можно было так быть. Да. А мы моем, и зимой я мыла, и с тряпкой, и губкой, и газетой. Отойдешь, то на солнышко выйдет опять новый, все полностью. А тут посмотри, как я сегодня у нас второй день готовки. И Филя наблюдает. Ты посмотри на него.
Это этот, как он называется, ревизор, да? А? Ревизор? Ой, лезет уже. Учуял, учуял курочку. Так, что же сегодня Маргарита будет готовить? Куриные вот такие вот ножки в духовке. В соевом соусе. Тут еще сливки будут и специи. Дальше второе. Это одно у нее блюдо считается, да? Второе блюдо у нас будет картофель запеченный с брокколи и цветной капустой. Тоже в сливках. Так. Вот у нее лист. Вот здесь она должна записывать дату, когда она готовит. И здесь потом баллы. Кто будет ставить? Учитель? Угу. Учитель будет ставить здесь вот сколько баллов она за это дает. А, здесь, да, здесь уже написано, что за сколько дают. Так, вот, Маргоша на сегодня написала. Два блюда. И потом, может быть, вечером что-то сделаешь на десерт. Я не знаю, что. Нет, ты смотри, что он делает, а? Он долго не думает. Ну-ка, брысь. Давай. Уноси свою попку волосатую. Шерстяную. Давай, уходи. Маргарита, ты помыла? Так, сейчас мы пока замаринуем. 8 ножек. В общем, да, Антон, потом сама. Потом она сама поставит. Все, давай заправляй соусом. Посоли, поперчи. Я не хочу мясо трогать. Перчатки дать? Угу. Вот так вот колечками настругали на терке. И теперь каждый слой посолить, потом следующий слой. И у нас тут варится капуста и брокколи. Цветная капуста. Чуть-чуть ее, буквально там 10 минуточек, чтобы она мягкая стала. Все. Потом сверху овощи сливками залить. А потом в конце, когда останется так минут 5-10, сыр насыпать. Все, наверное, я буду выключать. Все, вот такую вот красоту в духовку ставим. Есть там в конце. Да. Но салат ей не засчитают, потому что соус она не сама сделает сейчас. У нас нет для соуса ничего. Салат будет не засчитан. Так, и курочку сейчас поставим тоже. Сколько тут минут, наверное, 30-40 не ставить. Она 30 поставим сейчас. 35. Ну, посмотрим. Блюдо готово. Теперь нужно сфотографировать. И отправить. Теперь меняю тарелочку. Ставь а это я уже. А, уже сфотографировала? Может, лучше так? Так, на подстилке лучше смотрится. Какая аппетитная. Угу. Все. Теперь садимся на помидорки нарезанные. Оказывается, салат. У нас только листья салата, а не огурцов, ничего такого нет. Поэтому без салата сегодня, просто помидорки. Чего ты ходишь тут? Шиби! Вот у нас будет Ксюша, она не хочет картошку с овощами. Что там потеряла? Она боится этой машины. Она боится сушки. Каролина мне тут читает сказочку. А я гренки жарю. Чтобы завтра им в школу было готово. Утром не успею, конечно же. Поэтому жарю сейчас. Да? Возьмешь в школу греночки? Да. Нравится тебе? Мама, ты поломался хлебушек. Ну да, все сделаю, наверное, с ним. Давай, читай. Я тебе. Я еще поделаю. Равина будет. Ты будешь греночки? Угу. Прочесался? Угу. Молодец. Я знаю, что этот купил. Этот чёрт. И потом мазал, потом с водичкой, потом еще. За... Макс, убавь звук. Макс, мамина сейчас перекусят. Быстренько еще на завтра ставить.
Давай читай, не танцуй. Танцует она. Тебе еще быстро нужно помыться и спать. Кушать, а потом... Давай, читай. Потом душ, а потом читай. Спать. Я читаю. Да. Ну, давай быстрее, не останавливайся. Давайте, чистим зубы. Ты тоже чисть зубы и спать. Кушай. Ест на ночь, глядя. А я паук. Давай спускайся. Я паук. Ты паук? Да. Давай спускайся, паук. Зубы почистила, паук? Ты что там ковыряешь себе? На веб-карте. Да, правильно. Так, кто-то тут, Макс, искупался, воду не вылил. Вот. Волосы убери, а то сейчас будешь чистить зубы и испачкаешь. Где резинка? Ой, не хочу. Там на столе резинка. Помыла вам волосики такие. Маргарита, зубы чистить, спать. Марго, зубы чистить, спать. Бегом. Давай быстрее. На. Бам. Дурдом ночной начинается. Ксюша. Это что за представление? Вот ужин. Осторожно. Так порвешь, Ксюша, эту плед. Пусть она пустит. Карина, вставай. Что это такое? Эльза. Эльза? Да. А, ты Эльза? Понятно. Это Анна. Так у Эльзы белые волосы, Ксюша. А я сгорела. Ты сгорела? На солнышке поджарилась. Олаф! Это Олаф? Да. Понятно. А это кто? А Маргарита кто? Свен. Маргарита девочка. Так, считай до трех. Раз. Два. Почему у меня тут пип-пип-пип? Не знаю. Ксения, выключай свой компьютер. Выключай компьютер. Хомячка покорми, Ксюш. Улеглись? Нет. Да, укрываемся, Каролина. Каролина синяк будет, так будешь делать. Друг напротив друга. Где собрание? Разборки, что ли? Где собрание? У тебя там собрание, иди в кровать. А тут? Да. И Буни тут? Они тут лежат. Иди, Буни, иди. Иди давай. Мне надо идти. Включаем. Спокойной ночи. Wait a minute, okay? Пока. Wait a little bit, okay? До завтра. Все, ребят, всем пока. Пока, я сейчас их уложу. С ума сойти можно. Пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи.